Амурская область — это где? Это рядом с Дальним Востоком, рядом с Хабаровской областью. На Дальнем Востоке. Амурская область, но это на востоке России, находится на берегу Амура. Ну... А еще я знаю, что Амурская область сотрудничает с Китаем, но находится на границе. И рядом с Благовещенском, в Преамурье. Из чего состоит Амурская область? Из многих городов. Из города Благовещенска, из того же Амурска. Свободный, Тында, Зея. Из космодрома, из людей, из домов, из... Шимановск вроде бы. Из разных рек, разных озерах, разных местах. И из различных там предприятий. Из культуры и памятников. Как будет выглядеть Амурская область через 35 лет? Я даже не знаю. Наверное, будут очень высокие здания в 100 этажей. Здесь уже не будет почти, наверное, деревянных зданий, где будут небоскребы. Будут большие города намного больше. Ты можешь построить новые дома, может, какие-то снесут, или построят новые больницы или школы. Появится новый приют, где заберут всех животных гуляющих. Будут сохранены старые здания, будут такие сады, которые накрыты сверху куполом, и они зимой и летом всегда, в них разные растения, там кипарис, ива, такие тропические, и туда можно будет заходить на экскурсии. Много чего сделают, будет красивым и большим городом, почти как Владивосток. Во-первых, построится канатная дорога совсем скоро. Ботинки могут такие и взлетать вверх. Откроются все вот новые мосты с Китаем, то есть начнется активный турист. Будут вместо людей роботы ходить. Чем может гордиться Амурская область? Амурская область может гордиться, что через нее, к примеру, проезжал Чехов, известный композитор. Ой, прошу прощения, писатель. Людьми, которые здесь проживают. То, что она стоит рядом с рекой, и рядом с ней тоже очень много областей. У нее есть один из самых передовых космодромов Восточной. Ну, то, что она большая такая, то, что она такая красивая. Муравьем амурским. Ну, губернатором нашим. И она самая родная. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Ну, можно было бы вот попробовать себя в сфере губернатора и политической стороны. Хочу вот стать актером. Театр драмы есть. Я, скорее всего, пойду в него устраиваться. Когда я был маленьким, было много предположений. Но одно из них, моих самых больших, было стать космонавтом, полетать в космосе, в открытом небе. Сейчас, ну, я уже большой и думаю то, что это уже не мое. А вот проектировать ракеты, это очень интересно, заниматься различными проектировками, планами, это да. Я хочу стать артистом, стоматологом. Еще я до этого хотела стать ресторатором, но что-то не знаю, как-то не хочется на него учиться. Вот у Амурской области день рождения будет 20 декабря, ей исполнится 165 лет. Она достаточно такая взрослая. Что бы ты ей пожелал? Я бы пожелала быть стойкой, больше строить больниц, школ, приютов. Я ей пожелал только развития, движение вперед и всегда исполнять свои мечты. Наверное, чтобы стало больше людей, которые заботятся о природе и не загрязняют поверхность. Я бы пожелал ей того, чтобы, ну, во-первых, у нас открыли границу с Китаем в какой-то веке, чтобы Амурская область дальше развивалась во всех отраслях науки, и, пожалуй, чтобы Амурская область всегда оставалась такой же позитивной и радужной. Строить больше каких-то современных домов и сохранять старые, чтобы можно было рассказать дальше о культуре Амурской области. Ну, чтобы было внукам, правнукам, следующим поколениям интересно ходить по городу уже к тому времени старинному.